Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. «Декабрист» полюбился миллионам наших соотечественников еще в советское время. Это один из тех немногих цветов, которые могут прекрасно цвести зимой. По его названию можно понять, что делает это он зачастую в декабре. На самом деле декабрист неприхотлив к подкормкам, и каждый подкармливает его кто чем. Если растение хорошо выглядит, но не цветет, то попробуйте раскачать его на цветение следующей подкормкой. Одну таблетку активированного угля раздавите и покрошите по поверхности земли в горшке. Затем слегка разрыхлите землю зубочисткой. Далее положите одну таблетку аспирина в 1 литр воды, размешайте и побрызгайте цветок. Этим же раствором полейте, как при обычном поливе. Оставшийся раствор уберите в холодильник и сделайте такую процедуру 3 раза по мере просыхания земли. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!